На мне наряд Родарте. Кроп-топ и брюки с высокой талией. Мне нравится этот образ. Он одновременно дерзкий и элегантный. Я свободна в выборе одежды. Предпочитаю носить то, что мне идет. Для меня это самый важный критерий. This is the most important for me. На мне комбинезон Изабель Моран, а сумку я сделала сама. Мартина Светлова. На мне наряд Мартина Светлова. Очень удобно. Надеваешь это платье, и образ готов. А туфли Уолтер Стига. Наряд очень практичный. Платье даже не надо гладить. Надеваешь его, немного помады, и все. На мне Родарте. На мне Родарте, Кельвин Кляйн и туфли Алая. Я стараюсь одеваться удобно, но при этом модно и элегантно. Это винтажные вещи, обувь Шанель и сумка Селин. Я люблю носить то, что мне нравится, но при этом выглядеть вызывающе. На мне тренч Люмер, брюки Стелла Маккартни и обувь Изабель Моран. Мой Total Look Armani. Я обожаю этот бренд. Мой образ светлый и очень летний. На мне украшение Кристин Феррелл, а наряд Кристиан Диор. Мне сложно охарактеризовать свой стиль. Наверное, это что-то из фильмов Софии Копполы. На мне Ватман и Эрмес. На мне юбка Dior, украшение от испанского дизайнера, а это перо я просто нашла в своем шкафу. Платье Шанель из весенне-летней коллекции. Сегодня я решила его сочетать с кедами Converse. Дополнила образ пиджаком, который украсила брошями Шанель. Это Шанель! Мне нравится цвет. Я не знала, будет ли сегодня холодно или нет. Обувь прекрасно дополнила образ. Are you
На мне блузка от итальянского дизайнера и очень необычные очки. Мне нравится джинсовый цвет. Образ получился легким и по-настоящему летним. Мне нравятся эти брюки. Они яркие, разноцветные и очень легкие. В них чувствуешь свободу. Носить их летом – одно удовольствие. Образ я дополнила однотонным кроп-топом. На мне платье турецкого бренда, который называется White Posture. This bag is, as you know, as you see. Сумка, как вы видите, Aigner. My shoes are vintage. Туфли винтажные, я их взяла у мамы. Серьги тоже винтажные. And my sunnies, очки Селин. And I forget... Так, что еще? No, а, это все. That's it. Сегодня на улице 28 градусов, поэтому я выбрала это платье от дизайнера Ираклия. Сам дизайнер из Грузии, но работает в Париже, где у него свой бутик. Я очень рада, что смогла сегодня создать такой образ.